Друзья, привет! Вы снова на канале Александра Мунировича. Что у нас сегодня? А сегодня у нас посещение скалы Роза Ветров. Доехали мы до Амурского залива, прошли несколько километров и вот оказались вот в таком чудесном месте. Сейчас мы вам покажем ее. Идем вот такими тропками. Да. По-другому? Ну, пойдемте там посмотрим. Мы, как обычно, вот здесь вот залазили. Ага, я поняла. Ты ее отстегнуть, наверное? Так, отстегни ее. Полезно. Так, полезно. Так, Матильда. Подожди. Так, ко мне. Давай ко мне, спускайся. Ну, а видишь, там что? Ко мне спускайся. Это коза, Дереза. Ну. Чего да. Пойдем не вылезли там? Ну. Так, ну, давай ее отстегиваем, я здесь залезу с ней. Ну, да. Так, ко мне. Иди ко мне. Зараза. Мотя, подожди папу. Мотя. Так. Залезаем потихоньку. Папу, подожди. Где ты? О, пойдем, покажешь дорогу. Ты козочка, а не собачка. Пошли со мной. Где здесь? Пойдем. Матильда, вперед. Ну и вот. Вот здесь слева лес, справа лес. Вот Седанкинское водохранилище. Довольно популярное здесь место. Осенью, весной. Люди приходят, фотографируются, селфятся. Сегодня туман. Да? Да? Пошли. Где-то наши потерялись. Они в обход пошли. А мы с тобой здесь. Матильда. Так. А она там? Нету. Матильда. Матильда. Вот она, молодец. Всех нашла, всех в стаю собрала. Ну все. Вы здесь? Всех собрала. Я сейчас спущусь ниже чуть-чуть. Вот так. Вот мы все здесь. Вот такая красота. Ой, сегодня тоже походили, поводили вас. Поискали Матильду. Вот люди идут и идут. Так, вот с правой стороны трасса идет. Водопады.
Дальше море. А всего лишь 200 метров, да? А вот всего, да. Сегодня не погода, солнца мало, но обещали дождь после обеда, но говорят, вроде бы чуть-чуть стороной приносят, или будет поздно вечером, или же завтра утром дождик. В честь дня медика дождик пойдет. Нам удалось показать. Но больше половины времени мы за собакой бегали вокруг скалы. Ну, такие мы собачники. Дрессировщики. Всем пока. Не переключайтесь.